И будет город-сад. В Самаре в День пожилого человека и в преддверии Дня учителя прошла масштабная акция «Самар. Цветущий сад». «Спартак», «Куйбышевская», «Жигулевская», «Кутузовец» и «Северный Синап». В общей сложности 30 саженцев яблонь высадили возле школы номер 164. Там разбили аллею учителя. В акции при поддержке администрации города и депутатов Гордумы приняли участие школьные учителя-ветераны и руководство, юнармейцы и волонтеры. Экологический вопрос у нас всегда он является основным, потому что это вопрос жизнедеятельности и укрепление экологического каркаса, это озеленение территории. Мы занимаемся не только в рамках программных действий, реконструируя, рекультивируя, так сказать, общественные территории, внутри дворовые. У нас есть социальные объекты. Это детские сады, школы, к которым относимся тоже с особым трепетом. И этот год не стал исключением. Деревья высаживали под чутким руководством школьного агронома. Выбирали сорта, которые дадут плоды к началу учебного года. Детям будут подавать свежие яблоки к обеду в школьной столовой. Было очень уместно, что как раз в это время произошла эта замечательная акция. Сегодня мы пригласили наших замечательных ветеранов-педагогов, которые отдали свое в рабочее время, свою жизнь для воспитания нашего подрастающего поколения. Мы бесконечно благодарны им за это, и поэтому очень бы хотели, чтобы эти деревья увековечили их память, и в следующих поколениях мы также могли бы продолжить эту работу, которую начали сегодня. Всего в ближайшие дни возле школы детских садов Самары высадят 1500 саженцев деревьев. Все они были выращены в регионе и привиты. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.